Дорогие друзья, хочу сегодня обсудить вопрос, который всех волнует, посоветоваться. Речь идет о территории Саратского авиационного завода. Вы знаете, что эта тема постоянно звучит у нас в городе. Все хотели бы, чтобы на землях Саратского авиационного завода возродилось предприятие, чтобы у нас появились новые рабочие места. На сегодняшний день состоялось первое решение. Часть земли, некогда неправомерно изъятую из государственной собственности, удалось вернуть вновь в собственность государства. Сегодня порядка 71 участка находится под обременением суда. И давайте дождемся решения по всем землям, которые имеют отношение к МОП-ресурсу. А это здание бомбоубежища, это и рулежки, это и взлетная полоса. Речь идет о рассмотрении вопросов, имеющих отношение к 394 гектарам земли, после чего правильно было бы собраться и обсудить, что будет дальше. Сегодня мы прорабатываем, как один из вариантов, возможность создания на землях, которые, надеюсь, государство сможет себе вернуть, индустриального парка. Это решение в дальнейшем позволит привлечь инвесторов и создавать в рамках индустриального парка высокотехнологичные предприятия с тем, чтобы появились новые рабочие места и были отчисления в бюджет. Мы этот вопрос обсуждали с губернатором, обсуждали буквально вчера с министром промышленности и торговли Российской Федерации. И более того, если только у нас это решение состоится, есть уже задумки, какие из крупных зарубежных компаний мы могли бы пригласить для того, чтобы они развернули в Саратове свои филиалы, свои предприятия. Сама территория бывшего авиационного завода находится практически в сердце заводского района. Это Волга, которая находится вблизи. Все эти факторы необходимо учесть, тем, чтобы завод не привносил каких-то напряжений для жителей. Поэтому надеюсь, что мы еще к этой теме не раз вернемся, но уже к середине текущего года, надеюсь, выйти на обсуждение индустриального парка, который можно создать будет на землях, возвращенных в государственную собственность. Спасибо вам большое.